победой, с хорошим таким позитивным завершением этого сбора. Вот как довольны ли игрой подопечных? Сегодня посмотрели молодых ребят. Вот как впечатление о матче? Ну, сегодня мы дали поиграть ребятам, которые меньше были задействованы в играх. Дали информацию нам ребята в этой игре. Мы должны были определиться, с кем мы едем на третий сбор, с кем мы будем готовиться уже непосредственно к чемпионату. Поэтому эта игра была носила такого характера, как не очень, скажем так, серьезный соперник нам нужен был. Нам нужен был командочка, которая даст бой ребятам, которые меньше были задействованы. Поэтому так и получилась игра. В конце чуть-чуть мы там забили. А так, в принципе, вся игра шла ровненько, хорошая. Накал страстей был. Мне понравилось. После игры вы поблагодарили своего коллегу Сергея Сизихина за игру. Вот действительно соперник вам, скажем так, подошел в плане, вот, в плане игровом. Ну да, мы на это и рассчитывали. Видно, что рука тренера, видно, что команда организованная, знает, что они хотят. Игра поставлена, как бы не боятся играть. Поэтому на правильном пути, и хочу поблагодарить тренера за такой спарринг. В целом про сбор. Довольны ли тем, что выполнили? Да, мы все, что запланировали, мы все сделали, мы все провели. Единственное, конечно, что в конце сбора уже последняя игра, чемоданное настроение. Мы понимаем, что все ребята уже устали. Двухразовые тренировки, нагрузки. То есть в этом режиме хочется уже отдохнуть. Видно, что сегодня плюс у нас еще была последняя работа беговая вчера. Поэтому на фоне нагрузки видно, что свежести не хватало и эмоционального, так скажем так, эмоциональной агрессии, скажем так, потому что уже конец сбора, усталость, чемоданное настроение, поэтому это было видно.